Виноградов, человек, с которым мы когда-то работали в правительстве вместе, а теперь спасибо, вот. Настя. А теперь какое лицо. Всем привет, Дима Стародубцев, Киберфонд. Что такое Киберфонд? Про биткоин слышали, блокчейн очень крутая штука. Для кого-то это деньги, для кого-то это акции. Мы смотрим на эту технологию как на способ программировать организации. Новая прикольная штука. Биткоин работает по такой схеме. На данный момент существует 100 вот таких вот распределенных автономных корпораций. Существующая экономика состоит из 1 миллиарда юридических лиц, организаций. Вот каждый из них может быть полностью запрограммирован на автономные операции при помощи блокчейн-технологий. Это не 100 триллионов, это большие деньги. Ну, прям вся мировая экономика. Да, это, мы видим, что это за 10 лет можно сделать, учитывая то, что хардверных инвестиций не нужно, только как бы обучение и софт, который практически уже весь есть. Мы 2 года назад начали заниматься инвестициями в такие вот криптовалюты, распределенные системы, столкнулись с огромным количеством проблем. В итоге сделали отвертку, сервис, который позволяет инвесторам вот в такие вот технологии очень просто делать оценку своих инвестиций в режиме реального времени. Вот, собственно говоря, и все о проекте Киберфонд. Две вещи хочу сказать. Объявили конкурс для тех, кто здесь пришел кодить. Вот, ребят, есть очень простой кейс в автоапдейтер балансов, полезная, нужная штука, несложная. Вот, есть баунти в виде акций самого Киберфонда и биткоина. Вот, подходите, спрашивайте. Вот. А вторая вещь, я буду вещать в воскресенье, в 12, по-моему. Прикольные лекции, тоже приходите послушать, будет интересно. Все.